Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Blackview A70. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве перейти в режим recovery. Для начала мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем клавишу питания и увеличения громкости. И отпускаем их после того, как появится логотип. И таким образом мы перешли в режим recovery. Передвигаться мы здесь можем при помощи кнопочек громкости, а делать выбор при помощи кнопочки питания. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.